Я думаю, все в этом мире должно оставаться все-таки естественным. Потому что если мы начнем развивать такие технологии, во-первых, вырастет население вообще на Земле, непонятно, какие болезни могут появиться. И потому что, в принципе, у нас на Земле все, баланс должен быть во всем. И также и в количестве людей, живущих на Земле. Так что я считаю, что это может привести к каким-то еще другим проблемам, более глобальным. Этого делать не нужно, в